Так, ну вот экстракт. А, Hero, здорово всем. Ну чё, игра опять с вертикальным геймплеем. Проклятый писклявый будильник. Ух, я еще не проснулся. Кто я? Где я? Кто я? Вставай с постели. Сейчас же тебе нужно позавтракать перед отъездом. Еще у нас тут реклама внизу всплывающая. Обалдеть. А, понятно, еще 5 минут. И что это за сеттинг? О, хороший перевод. Дерьмо, но, по крайней мере, это меня здорово, похоже, к этому привык. Моргает. Так, система сопровождения действий, проверка образца голоса, скажите, что-нибудь продолжать. Ну вот. А, ой, понятно. Маленький герой. Один сплошной текст. Каждое слово определяет ваш конец. Ты, я по крайней мере, большинство из них. Главный агент ранга А уже в сети. Да, Господи, помилуй. Тут. Давай быстрее это. Ёлы-палы, нахрена тут текста щелкать? Да плевать-то мне на это все. Что тут это есть? Прекрасно. Ой, как мне это интересно слышать. Читать-то просто капец. Дайте посмотреть, что хоть, блин, в игре-то есть. Фиг ты с ним, вертикальный геймплей. Столько текста. Особенно, который классить. Это, не знаю, на телефоне минут 5 бы, наверное, выкликивал. Хотя, нет, может и не 5. Даже не знаю. Так, новая информация. Транспортное средство, перевозка наркотика. Город может показаться мирным снаружи. Внутри, да, хорошо. Господи, помилуй. Да убейте вы этот нахрен текст. Идите вы все лесом. Ох ты мой. Это что, вся игра так будет? Или это комикс, типа, блин, один сплошной? Слушайте, я нигде еще не видел такого, что мне столько приходилось кликать. Все, игра началась или еще будем кликать? До пенсии. А, кто бы сомневался. Что там происходит? Ты ядрить налево. Мне даже читать эту хрень плохо, если честно. Да что за идиотизм-то такой? Тут вообще игра какая-нибудь есть? Да, конечно, хороший перевод. Я уж торчу. Игра до с 5 лет, да? Ну-ну. Хорошие словечки. Игра помечена еще вроде как детская. Я уже пару слов увидел, которые мне не очень понравились для детской игры. О, дело первое. Надо же. У нас что-то будет сейчас.
И рекламу здесь запихнули. Игры пока самой я еще не видел. Пробуй-ка другие истории. Какие еще нахрен истории? Вообще игра есть или нет? Я что-то понять не могу никак. Да твою ж налево. Да мне плевать, кто он. Как увлекательная, блин, игра. Дай-ка я почитаю описание в интернете игры. В данном проекте есть мультяшная интересная графика. Напоминает немного мою Геройскую Академию. Не знаю, в каком месте оно вообще напоминает Геройскую Академию. Здесь игры-то я не вижу вообще. Там я хотя бы игру видел, кстати говоря. Моя Геройская Академия, у меня есть на канале обзор. Чё это за дичь такая? Читаешь. Почему-то я себя чувствую полным идиотом, который сидит, читает какие-то смски чужие. Это не игра, это просто переписка смсок. Одна реклама опять, чтоб тебе пусто было. Он что-нибудь понимает, я вот понимаю здесь сплошной смс-очный идиотизм. В общем-то, я назову это обзором, я не знаю, может кому-то вот такой вот понравится, но здесь вообще нет игры. Где вашу дивизию, здесь игра. Чем, каким местом они связали это с Геройской Академией? Тут одни смс-ки дебильные. Все, просто читаем переписку, отвечаем на некоторые вопросы. Ну, слушай, я не знаю, это я даже не могу назвать игрой. Какая-то мини-викторина, я бы еще согласился. Но это я смотрю в разделе игр. Вы серьезно? Это вы, бляха, называете игрой? Вы что, совсем издеваетесь над людьми? Ладно, народ. Вот такой вот обзорчик будет. Всем удачи, всем пока.